На «Беларусь-4» программа «Де-факто». Мы рассказываем о главных происшествиях за неделю, сообщаем правовую информацию и обсуждаем темы, которые касаются нашей с вами безопасности. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Пешеходу градус не помеха. В Гомеле до сих пор разыскивается мужчина, который в нетрезвом виде переползал дорогу. Сезон утоплений не закончился. В Светлогорском районе на Березине утонул подросток. Ударился об автобус в областном центре. В травматологию доставлен мужчина. И вроде не мавроди, но бизнес схожий. В Калинковичах изобличили создателя финансовой пирамиды. Вкладчики потеряли деньги. А также опасность лесных пожаров. Об угрозе стихии для жителей Гомельской области поговорим с экспертом. И начнем выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние 7 дней. В центре внимания наших корреспондентов оказались самые нашумевшие факты и чрезвычайная ситуация. Совсем как в любимом кино, в Светлогорске задержан мужчина, который пытался похитить из частного гаража батареи. Словно картину из фильма «Джентльмены удачи», в которой герои фильма выносят чугунные батареи со склада, наблюдала на улице Советской жительница райцентра. Мужчина выносил из гаража соседа чугунные радиаторы. Женщина обратилась в милицию, и стражи порядка задержали трудолюбивого вора. Следственным комитетом по данному факту возбуждено уголовное дело. Застрял в проложенной под дорогой трубе и не смог перейти на другую половину поля. В Ляплянах Клического района сотрудникам МЧС пришлось спасать из западни любопытного козленка. Он решил пробраться через бетонную проточную трубу, но застрял где-то посередине. Своеобразный подземный пешеходный тоннель для животного оказался узким из-за песка, которым засыпало почти всю трубу ближе к ее центральной части. 3 часа понадобилось сотрудникам МЧС, чтобы освободить измученное животное. Еще одно попавшее в западню животное спасли сотрудники МЧС. В деревне Сычево Рогачевского района жеребенок проверил глубину местного колодца. Хозяин самостоятельно вытащить животное не смог и обратился в МЧС. При помощи хозяйственного пожарного рукава и веревки спасатели вытащили жеребенка на поверхность. А это кадры пожара на складе дров в Светлогорске. Так горело строение, в котором находилось 200 кубометров древесины. Пожар произошел накануне вечером. Склад принадлежал частному предпринимателю. Когда началось возгорание, никого из рабочих на объекте не было. Предполагаемая причина – поджог. Не учел погодные условия, оказался в кювете. В Светлогорском районе около деревни Еланы автомобиль Audi A6 наехал на дерево. Пострадал водитель. Мужчину занесло на закруглении дороги. Несмотря на то, что автомобилист был пристегнут ремнем безопасности, госпитализации было не избежать. Водителя доставили в травматологическое отделение. Аналогичная авария произошла в деревне Днепровец Реческого района. Водитель Audi 100 потерял управление на трассе, съехал в кювет, где его машина перевернулась. Пострадала 17-летняя девушка-пассажир. А эти кадры уже облетели все социальные сети. В Гомеле нетрезвый мужчина не смог перейти дорогу и решил ее переползти. В позе младенца его запечатлел видеорегистратор одного из автомобилистов. По всей видимости, пешеходу все же удалось на четвереньках доползти до противоположной стороны дороги, так как официально об инциденте в ГАИ никто не сообщал. Сейчас ГАИ разыскивает нарушителя. В Гомеле пешеход упал на автобус, который отъезжал от остановки. Это произошло на улице Могилевской. Мужчина стоял у края проезжей части. В какой-то момент его шатнуло, и он ударился о корпус отъезжающего автобуса. При падении пешеход получил травмы и был госпитализирован. ГАИ проводит проверку. В Светлогорском районе в Березине утонул подросток. Трагедия произошла около 5 вечера. Парень гостил у бабушки в деревне. Вместе с приятелями он отправился купаться на речку. Но в том месте, которое выбрали ребята, было запрещено плавать. На это им указали взрослые. Тогда подростки решили поискать новое место для отдыха. И уже там парень в какой-то момент ушел под воду. К месту происшествия вызвали экстренные службы. Тело нашли через сутки. Проводится проверка. Сотрудники Гомельской таможни предотвратили незаконное изготовление, хранение и сбыт спиртных напитков. Сомнительный алкоголь, который хранился в канистрах и бутылках, обнаружили в частном доме в Гомеле. Общий объем спиртного различного ассортимента составил около 700 литров. Все было изъято и направлено на экспертизу. Суд Центрального района города Гомеля признал хозяина сомнительного алкоголя виновным и вынес постановление о его привлечении к административной ответственности. В
Сотрудники финансовой милиции изобличили видеоблогера, который, по их сведениям, создал в Мозыре и Калинковичах социальную финансовую сеть и несколько лет вместе с подельниками обманывал вкладчиков, обещая им просто космические проценты. Этакий аналог МММ из 90-х. Но народ шел и вкладывал свои деньги. Речь о десятках тысяч долларов, которые теперь вряд ли удастся вернуть обманутым вкладчикам. Подробности классической аферы в материале наших корреспондентов. Частных инвесторов создатели и участники финансовой пирамиды искали по всей округе. Вкладчикам предлагалось разместить на счетах компании деньги и ни о чем не беспокоиться. В суперуспешной фирме обещали до 365% годовых. А для тех, кто приводил новых вкладчиков, бонусы и дополнительный доход в виде тех же процентов. Жители города Калинкович, Манько, Италии, известные по своей видеоблогерской деятельности на видеохостинге YouTube, в 2015 году создал организованную преступную группу, в которую вошли как граждане Республики Беларусь, так и граждане Российской Федерации. Этой группой была создана социальная финансовая сеть под названием «Эливрус», которая действовала по принципам финансовой пирамиды. Группа подельников видеоблогера шагала широко и быстро, обещая нереальную, но заманчивую прибыль. Они привлекали людей по всей Гомельской области, проводили презентации и семинары в Минске, Молодечно, Бресте, Пинске, Калинковичах, Барановичах, Жлобине и Мозыре. По версии правоохранителей, известный своей правозащитной деятельностью видеоблогер внушал доверие, а его команда разводила людей на деньги. Активная рекламная работа велась на видеохостинге YouTube и в социальных сетях. Финансовые милиции считают, что блогер был организатором финансовой структуры и кормил обещаниями, что вклады людей пойдут на благие цели, благотворительность и взаимопомощь друг другу, а прибыль начнет появляться от вложения средств в коммерческие проекты. Но на деле все оказалось иначе. Деньги вкладчиков оседали в карманах менеджеров финансовой пирамиды. Доверия между всеми ее звеньями не получилось. О том, что доход в пирамиды формируется только от взноса новых вкладчиков, организаторами этот вопрос умалчивался. О большой афере не догадывался ни один из вкладчиков. Уж слишком заманчивой казалась тройная выгода. Год сотрудники Мозырской финансовой милиции держали предполагаемого ими организатора пирамиды под колпаком и добыли, как они сообщают, доказательства незаконной работы. Можно сказать, афера носила интернациональный характер. В результате данной преступной деятельности организатор и основные участники пирамиды получили доход более 400 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 233 УК. Организатор Манько задержан и находится под стражей. Белорусскому Мавроди сейчас предъявлено обвинение. Он находится под стражей. Правоохранители не исключают, что могут быть новые потерпевшие по этому делу. Но смогут ли они добиться компенсации – вопрос. На счетах финансовой пирамиды мизер, можно сказать, она лопнула, как мыльный пузырь. Обвиняемый вины не признает и объявил в СИЗО голодовку. Сообщает, что был лишь участником финансовой сети «Эливрус», а не ее организатором. Теперь точку в этом деле будет ставить суд. В большинстве районов Гомельской области массово закрыты леса для посещения. Ограничительные меры вводятся при наступлении 4 класса пожарной опасности по причине жаркой и сухой погоды. Лесные пожары считаются одними из крупнейших по охвату территорий стихийными бедствиями. Они приводят к частичной или полной гибели насаждений и обитателей леса. Что нужно знать о запрете на посещение лесов в сюжете Натальи Игнатенко. В этом году впервые за последние 5 лет ограничительные меры ввели в начале мая, тогда как обычно это происходит ближе к середине лета. Сейчас во время действия запрета на посещение лесов проводится разъяснительная работа. Предупреждают об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Нельзя заезжать в лесные массивы на любом виде транспорта, прогуливаться, отдыхать и разводить костры. Когда долгое время нет осадков, пожар может возникнуть от малейшей искры. А там и до беды недалеко. В текущем году на территории Гомельской области уже зафиксированы первые жертвы лесных пожаров. Так, мужчина в Житковичском районе попытался самостоятельно затушить пламя и, к сожалению, погиб. Если вы стали очевидцем лесного пожара, необходимо немедленно сообщить спасателям по номерам телефонов 101 или 112 и покинуть место пожара. При этом передвигаться стоит навстречу ветру или перпендикулярно кромке пожара.
Сберечь леса и оградить от опасности людей стремятся все службы, имеющие отношение к охране природы. Это и экологи, и специалисты инспекции охраны животного и растительного мира, и уж тем более работники лесного хозяйства. У государственной природоохранной службы есть специальная техника и опыт для предупреждения пожара и, если понадобится, его ликвидации. У нас на вооружении тоже находятся в каждом лесхозе области пожарно-химические станции, пункты противопожарного инвентаря, также 125 пожарно-наблюдательных вышек и 29 пожарно-наблюдательных мачт. Имеется более 140 камер фото- и видеофиксации. С локальными возгораниями работники лесной службы справляются самостоятельно и к экстренной помощи огнеборцев обращаются в крайних случаях, когда масштабы распространения огня угрожают жизни и здоровью людей. С начала этого года в лесах Гомельской области произошло почти 100 пожаров. В прошлом году их было в 5 раз меньше. Основная забота по сохранению лесной экосистемы возложена на лесную службу. Однако нередко к ликвидации пожаров привлекают силы и средства спасателей пожарных. Мы всего лишь в этом году 2 раза привлекались на тушение пожаров в лесах. Это на территории Долголесского лесничества, на территории Бобоевского лесничества. На территории Бобоевского лесничества был пожар рядом, значит, с садоводческим товариществом. Сложность была в том, что, значит, труднодоступность проезда техники. Значит, только тушение производили работники при помощи ранцевых опрыскивателей. Вот, и, соответственно, значит, время тушения пожаров увеличивается. Ну и мы его ликвидировали до, значит, 1 часа. Взаимодействие с подразделениями Министерства по чрезвычайным ситуациям позволяет лесникам обнаружить и потушить пожар на ранней стадии. Однако, как известно, пожар лучше предупредить, чем тушить. По этой причине нынешним летом повсеместно усилен контроль за соблюдением требований пожарной безопасности. Кого не мотивирует моральный аспект, тот расплачивается рублем. Может обойтись предупреждением, а может обойтись штрафом до 25 базовых величин. А в случае причинения вреда, как мы говорили, лесному фонду, до 50 базовых величин влечет наложение штрафа. С начала пожароопасного периода было составлено более 100 административных протоколов. С помощью камер фото- и видеофиксации было составлено 4. Снизить класс пожарной опасности в Гомельской области могут обильные дожди на протяжении нескольких суток. Только в этом случае небезопасная обстановка в лесах может стабилизироваться. Наталья Игнатенко, Павел Антонов, Евгений Макеенко. Специально для программы «Де-факто». Борьба с лесными пожарами – один из самых опасных видов чрезвычайных ситуаций. Размах зачастую непредсказуем. К примеру, штат Калифорния, США. Ежегодно в неравной схватке со стихией там гибнут десятки человек. Бывают жертвы и среди спасателей. А это уже Жлобинский район, окрестности деревни Лисань. 20 июня, участвуя в ликвидации лесного пожара, там погиб молодой сотрудник МЧС. Потеряв сознание, 25-летний мужчина упал на землю. Ни первая помощь коллег, ни усилия медиков не помогли вернуть спасателей к жизни. У него была диагностирована сердечная недостаточность. Так чем опасны лесные пожары? Откуда они берутся и угрожают ли жизням жителей белорусских деревень? Прямо сейчас в этой студии мы поговорим об этом с заместителем начальника отдела службы и боеготовности подразделения Гомельского областного управления МЧС Павлом Канончиком. Павел Александрович, здравствуйте. Добрый день. Последние дни на территории Гомельской области установилась устойчиво жаркая погода. Как это повлияло в целом на пожароопасную обстановку в регионе? В связи с установившейся жаркой погодой резко повысился класс пожарной опасности в лесах. И на данный момент в нашей, в Гомельской области, он колеблется от 4 до самого высокого 5. В связи с этим во всех районах Гомельской области введен запрет на посещение лесов. То есть мы хотим подчеркнуть, что этот запрет введен не по какой-то прихоти или каких-то там, может, меркантильных соображений, а в первую очередь для того, чтобы сберечь наш лес на будущее. Чтобы... Но отсутствие дождей, наверное, тоже сказывается, потому что ведь недостаточность влаги – это тоже причина возникновения чрезвычайных ситуаций. Да, это скорее, это одна из, даже, точнее, не причина, это скорее одно из условий возникновения чрезвычайной ситуации, потому что вы правильно сказали, что недостаток влаги, он способствует быстрому распространению
возможного пожара. Что говорит статистика на сегодняшний день? Значит, на сегодняшний день статистика говорит о том, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у нас в несколько раз возросло количество пожаров в лесах. Вот последняя статистика на вчерашний день, у нас уже было 96 пожаров в лесах. Для сравнения, в прошлом году в этот же период 17. Возросло количество торфяных пожаров, у нас их сейчас 48, было 12. То есть мы видим вот эту тенденцию, которая из года в год продолжается на протяжении последнего ряда лет, что вот из остановившейся вот этой сухой погоды количество пожаров, соответственно, и количество ущерба от них резко возрастает. Павел Александрович, если анализировать, ну, не каждый пожар, но, наверное, самое крупное, большая ли площадь возгорания поглощается стихией? Природные пожары, они характеризуются тем, в отличие, допустим, от техногенных чрезвычайных ситуаций, что площадь может варьироваться, резко возрастать в течение короткого промежутка времени в десятки, сотни раз. В этом году по дереву постучим. У нас как бы таких больших очагов не было. Благодаря слаженной работе лесного хозяйства, МЧС, как бы мы успевали их ликвидировать на ранней стадии. Но вместе с тем были единичные случаи. Допустим, вот в Петриковском районе деревни Лучицы там был пожар 17 гектаров. Но в целом мы стараемся ликвидировать все на ранних стадиях. Но в то же время, вот, допустим, если взять прошлые года, вот 2015 год, у нас были пожары площадью от 100 гектаров и выше. В Лельчицком районе был ряд пожаров, крупных очагов, общей площадью больше 600 гектаров. То есть мы как бы делаем все возможное, но не исключаем, что и в этом году может повториться подобный сценарий. Готовы ли в МЧС к ликвидации подобных именно масштабных явлений? У нас уже накоплен опыт, вот за 14-й, повторю, за 15-й год реагирования, скажем так. Ну, и, конечно, если будет такая ситуация, естественно, мы готовы, естественно, мы сделаем все возможное совместно с органами власти, лесного хозяйства, чтобы ликвидировать этот пожар. Как обстоит обстановка в Полесском радиационно-экологическом заповеднике? Значит, в Полесском заповеднике, как и в основных, и в остальных лесах, там 4-5 класс опасности. Значит, но нас спасает только то, что заповедник находится на охраняемой территории, и, естественно, там количество посещений заповедника в десятки раз меньше, чем лесов. Ну и плюс еще там за последние пару лет, вот с учетом вот этих пожаров, которые были 3 года назад, больших пожаров, наверное, вы помните, когда в Чернобыльской зоне горело, значит, проведен ряд профилактических и превентивных мероприятий. То есть там и сделали мероприятие по задержке воды, чтобы она не уходила, и опашка, минерализированная полоса. Ну, на данный момент обстановка контролирована. Павел Александрович, что можно говорить об угрозе возникновения лесных пожаров для жителей, для сельских жителей? Насколько она сейчас актуальна, имеет место быть или нет? Да, значит, вопрос очень острый и очень актуальный. У нас, особенно в Полесской глубинке, очень много деревень, дачных кооперативов, которые находятся посреди лесного массива. Соответственно, разумеется, у нас в прошлые года такие случаи уже были, когда пожар переходит от леса, либо от торфомассива, поля, прилегающего к деревне, и начинает возгорать, начинает загораться сразу несколько каких-то хозпостроек либо домов. То есть, да, такие случаи были, и мы не можем 100% гарантировать, что в этом году это не повторится. Часто ли вот именно пожары на торфяниках становятся причиной вот подобных чрезвычайных ситуаций, когда горят жилые дома? Ну, торфяники, скажем так, реже, потому что у нас относительно немного таких деревень, которые стоят на торфомассивах. Как правило, это больше от пожаров кустарников, каких-то свалок несанкционированных и леса. Ну, и от торфяника тоже, как бы, вот мы смотрели статистику прошлых лет, были такие случаи. Тогда давайте разберемся конкретно в причинах возникновения лесных пожаров. 99,9% причин – это так называемый антропогенный фактор по вине человека. Да, там есть… То есть это банально, зашли в лес, да, развели огонь, да, пожарили шашлык? Да, да, да. Либо просто заехали на автомобиле с глушителем, неисправным глушителем, либо глушитель, который слишком близко достаточно расположен. Достаточно искры, да, и трава воспламенилась. Да, то есть если, допустим, где-то очень редко в торфомассивах там торф способен сам возгораться, где-то, может быть, какой-то был удар молнии, но в основном, повторюсь, это человек. То есть его какое-то, может быть, халатное, сознательное, либо несознательное поведение, где-то небрежность. Даже та же бутылка брошенная, да, насколько мне известно, при воздействии солнечных, да, лучей может возникает эффект лучи, линзы, фокусировка, да, луча, и, соответственно, да, были такие случаи возгорания. В
том же, кстати, заповеднике несколько лет назад. Был такой случай, предполагаемо, одна из вероятных причин. Опять же, в 2015 году, в конце мая, возле Речицы, очень много людей видело, возле Речицкого моста, там несколько гектаров тоже сгорело. Лесные пожары – это не только опасность, беда, это еще и ущерб, не так ли? Да, разумеется. Как мы уже говорили, что лесные пожары могут характеризоваться и большими площадями. Соответственно, и ущерб огромный. Дело даже не только в экономической составляющей, когда бывает так, что сгорает древесина, но и в экологической. Потому что сгоревший лес, особенно верховой, это уже мертвый лес. И он является источником, вот, как сейчас, вот, короедов, каких-то других заболеваний. И, соответственно, здесь же сюда же входят затраты, чтобы этот лес утилизировать, чтобы вырубить, посадить новый лес. То есть это очень большие деньги, очень большие затраты, очень большой ущерб. Не говоря уже о экологической составляющей. Мы все знаем, что лес это легкие, а Беларусь это легкие Европы. Соответственно, когда вот эти легкие у нас уменьшаются в размерах в результате халатности, ну это как минимум неправильно. Последний вопрос, но, на мой взгляд, очень важный. Давайте представим ситуацию, что близ деревни начался лесной пожар. И как в этом случае действовать местным жителям? Как алгоритм последовательных действий? Алгоритм здесь следующий. Разумеется, если вы увидели, либо вы, либо жители очаг возгорания, нужно звонить, если есть номера лесников, ближайшего лесничества, в лесничество, либо к нам на 101, либо на 112, либо вот у нас есть приложение «Помощь ряда установить», там кнопка есть экстренного вызова, на эту кнопку нажимать. Значит, и, соответственно, если какой-то очаг локальный и лично вам не угрожает, будем благодарны, если вы примете меры по тушению. То есть какой-то веткой может потушить, землей забросать. Но, разумеется, если вы уже видите, что пожар угрожает вам, вашим близким, значит, разумеется, берите какие-то вещи, документы и уходите, эвакуируйтесь. Просто, что все-таки пожар пожаром, но человеческая жизнь – это у нас дороже всего на свете. Поэтому, прежде всего, хотелось бы сказать, берегите себя. Павел Александрович, спасибо за конструктивный разговор. Вам спасибо. И в завершении программы по традиции рубрика «Я очевидец». Вашему вниманию подборка происшествий, снятых видеорегистраторами и камерами мобильных телефонов людей со всего мира. Кто первый свернет? В Свердловской области при лобовом столкновении квадроциклов погибли 4 человека. 5 друзей, 2 парня и 3 девушки получили дипломы бакалавров и решили отметить это событие за городом. В качестве развлечения молодые люди выбрали экстремальную игру на квадроциклах, суть которой заключалась в том, кто первый свернет. В итоге никто не свернул, произошло лобовое столкновение. В результате ДТП 2 парней и 2 девушки от полученных травм умерли на месте. Еще одна пострадавшая с различными травмами была доставлена в больницу. При столкновении ее выбросило из квадроцикла в кусты. Всем участникам аварии было около 22 лет. Колесо ужаса. На набережной Новосибирска люди зависли вниз головой. Очевидец снял на видео инцидент, произошедший вечером в понедельник 18 июня на Михайловской набережной в Новосибирске. На записи видно, что посетители аттракциона 360 оказались заблокированы в результате поломки механизма и зависли на высоте вниз головой, пробыв в таком положении около 5 минут. Помощь им оказали свидетели произошедшего, вручную раскачавшие колесо аттракциона. В Казахстане перевернулись вагоны пассажирского поезда с сообщением «Астана-Алма-Ата». С рельсов сошли 8 вагонов, 3 из которых опрокинулись. В результате происшествия никто не погиб, однако есть пострадавшие. На месте ЧП более суток продолжались аварийно-спасательные работы. На индонезийском острове Сулавеси огромный питон проглотил местную женщину, которая работала в поле. Погибшей было 54 года. Она исчезла 14 июня. Женщину искали около 100 человек. Вскоре им удалось найти гигантского раздутого питона. Рядом валялась только обувь и мачете погибшей. Змею поймали и убили, а когда вскрыли ей живот, то обнаружили там тело жертвы. Под Киевом беспечный водитель взорвал бензоколонку. Залив полный бак, мужчина забыл вытащить из него пистолет и не спеша отъехал от АЗС. От натяжения шланг пистолета потащил за собой заправочные колонки, сорвав их с креплений. Сработала автоматическая система пожаротушения. Но это не помогло предотвратить взрыв газа. Через несколько секунд начался сильный пожар. От колонок ничего не осталось. К счастью, поблизости не было людей. А водитель Volkswagen на тот момент уже отъехал на значительное расстояние. Он так и не вернулся на место ЧП.
А это Калифорния. Сладкоежка-медведь показал, что и животные могут легко освоиться в чужеродной среде. В данном случае это дом человека. Через окно косолапый залез на кухню и стал подгребать со стола все, до чего мог дотянуться. При этом снимала Мишку камера видеонаблюдения. Прогнала незваного гостя хозяйка. А на этом ролике от медведя пришлось отбиваться. В цирке Ольховки, это под Волгоградом, не поздоровилось дрессировщику, который пытался подзадорить косолапого, из-за чего чуть было не стал его жертвой. Бурый артист с самого начала был не в духе и неохотно выполнял трюки, только после удара палкой. В результате сорвался. Зрители первых рядов всерьез испугались, поспешили уйти подальше от сцены. К счастью для пострадавшего, ему удалось вырваться из лап. Теперь у следствия к организаторам представления немало вопросов. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. Смотрите «Де-факто» и будьте в курсе уголовных дел и происшествий Гомельской области. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. Увидимся в это же время, ровно через неделю.